Конструктор от Lego City. Гоночный катер с пассажиром. Вот состав конструктора. Lego City элементы. Детальки, которые соединяются между собой. Вот, собственно, сам яхтсмен на катере, который ездит. Вот много мелких деталей всевозможных. Конечно, без схемы тут не обойтись, поэтому в книжечке подробно пошаговая инструкция, как собрать пассажира, как собрать сам катер. Последовательно вся сборка указана. Четвертый шаг, 5-6. Полностью все этапы сборки катера указаны. И сборки моторного блока тоже отдельно собирается, после чего крепится к самому катеру. Вот полный уже в сборе катер. Ну, вот для примера попробуем собрать пассажира человечка. Вот у него голова сверху одевается. Снизу крепятся ножки. Вот он. Ноги у него двигаются отдельно, каждая вперед-назад. Ручки у него двигаются на 360 градусов. Голова вращается тоже на 360. Вот надо было еще одеть ему спасательный жилет. Вот так вот. Так. Сверху голову одеваем. Так, голова держит спасательный жилет. Сверху оденем ему кепочку. Вот такой получился человечек, который у нас поедет на катере. Вот его можно сажать на детали. Это у него там, видимо, будет какое-то отдельное сиденье. Вот вроде такого, вот, на котором он будет потом сидеть. После сборки элементов конструктора всех. Ну и стоять тоже может. Кепка отвалилась. Так. И стоит также на детальках. Вот, собрали. Ну, можно начать попробовать собирать яхту. Вот нарисовано, что это сюда у нас подходит. Сбоку. И сверху укрепляется поперечными вот этими дугами. Крепежными, красными. Вот, держится теперь конструкция. Вот мы выполнили первые два шага. Так вот выглядит собранный элемент. Дальше крепится поперечная черная перекладина сюда. Так вот. И красный элемент вниз. Вот так последовательно собирается полностью весь конструктор. Получается яхта. Потом на нее уже можно усадить будет пассажира.